Здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Devil May Cry. Мы продолжаем. Задание 20-е. Решающий бой с кошмаром. Направиться к месту жертвоприношения. Чё, усиляться-то будем? В принципе, у нас и так все вкачано на максимум. Куда уж там усиляться? Богом благословленная вода обладает силой устранять любое зло, окружающее вас. Не знаю, давайте, может быть, звезды эти демона возьмем. Неприкасаемость у нас уже на максимуме. Честно говоря, даже не знаю, куда их тратить. Да вон, решающий бой с кошмаром. Посмотрим, что это за неприкасаемость, когда дело дойдет до решающего. Так. Угу, нам сюда двигаться надо. Потусторонние миры вооружены до зубов. Надо думать. Черт знает, что творится. По каким-то кишкам будто плутаю. Еще и эти тут ледяные. Так, тут нужен аргумент такой. Более действенный. Так. Ага. Во. Сдохни. И так тебе. И так. Ух ты, зараза. Ладно. Думаешь, самый умный, а вот и нет. Такс. Угу. Проход здесь только один. Так, так, так. Ну ладно. Данте! Данте, помоги! Триш! Триш, будь там! Так. Опа! Нос. Где там? Вот. Давай, во! Серия ударов. Отбойных чугунных. Не дурно. Экс. Задница слаб на задок, так сказать, этот демон. Блин, а. Ты что, тебя? Давай, ты вали его, а. Как же тебя лупить-то можно? Куда ты? Кстати, я предлагаю выбрать вместо огнестрела гранатомета. Не знаю, может быть. Давайте дробовик. Все равно мы на ближке орудуем. Так тебе. Ну! Черт, а! Творится. Так. Вот зараза. Тихо, тихо. Меня прям сейчас так убьют. Во. Давай, вали. Глупец! Ты такой доверчивый! Триш, ты? Люди, какая прелесть!
Тебе пора уже усвоить, чего стоит доверие незнакомцам. Твое существование стало помехой для кровавого замысла моего господина, а теперь умри! Эк. Раунд второй. Так, я предлагаю попробовать эту звезду неприкасаемости. О! Я теперь непобедим! Ох ты! Чё за прикол? Меня там чё, травят? Всё что ли? Вся эта неприкасаемость? Это чё не бьёшь-то? Так. Ну, ё-моё, Данте, Данте. Чёрт. Чёрт. Так. Так. Давай, 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 забивай. Блин. Чёрт, чё-то как-то больно жёстко. Давайте-ка ещё одну неприкасаемость. Мне нравятся эти звёзды. Опа! Данте! Данте, зачем ты спас мне жизнь? Потому что ты похожа на мою маму. Теперь убирайся с глаз моих. В следующий раз при нашей встрече все будет иначе. Данте! Не подходи ближе, демон! Ты, может, и похожа на мою маму, но ни капельки не являешься ей! У тебя нет ее души, у тебя есть ее лицо, но никогда не будет ее огня! Миссия завершена. Ох, вот тебе и Триш. Предательски выстрелить в спину. Блин, Данте аж неприкасаемым стал. Два раза. Можно на сюжет списать. Блин, а ну конечно сильная сцена. Что есть, то есть. Премии ни о чем, да и ладно, шут с ней. Мне эти премии... У меня вон уже сколько там... 22 с чем-то уже сейчас будет. Да. Ну погнали дальше. Живая пещера. Задание 21. Заставить сердце биться и отпереть врата. Ну что, попробуем усилиться. Я даже не знаю. Ну что, давайте... Ой, зачем святая вода? Неприкасаемые возьмем. Вот. Блин. Что-то лишний раз взял святую воду. У меня сейчас столько святой воды, можно упиться в усмерть. Заставить сердце биться и отпереть врата. Угу. Так. Ага, нам сюда. Так, у нас тут... А, ну понятно, это ведет туда.
Где-то тут секрет, насколько я помню. Так. Секрет вот тут. Скрытый браслет. Найти скрытый браслет, находящийся в потайном коридоре. Так. Ой. Ё-моё, да что ж так все трясется-то? Где этот браслет находится? Карты нету. Что такое? О! Синий шар. Называется, приперлись. Так. О, сразу мелкий стал. Так. Не дурной. Да хватит там это, взрываться-то. Теперь у нас здоровье окончательно вкачано на максимум. Вроде как. Так, куда идем-то? Черт! Провалили потайное задание, я вышел. Надо браслет найти. Ну ладно. Попробуем снова пройти по этому пути. Интересно, там осколок будет валяться этот? Или он уже, если взял, то засчитан? Здорово! Да ты чё творишь? Ах ты, зараза! Так. Да сдохни ты! Смотрите, а какой, а? Да я балдею с тебя. Так, я понял. Намек. Берем Алластер. И, соответственно, гранатомет нафиг. Что-то у меня доконал вообще этот мелкий. Аллилуйя! Во! Это что ты там машешь? Так. Все, сдох. Да хватит там взрываться уже, а? Вот, сфера. Так, я шел туда. Может быть, теперь мне наверх попробовать подняться, и я смогу найти что-нибудь здесь? Ёб твою медь! Так. Эх! Ржет еще, а? Так. Да, самый, по-моему, действенный прием из всех. Это метание молний с небес. Отрестался еще. Так, это куда-то не туда ведет, мне кажется. Блин, а? Куда идем? Зачем идем? Блин, хер поймешь. Я такое чувство, что сейчас опять в начало приду. Ё-моё, круги наматываем в кишках. Так. Ребят, по-моему, я круги наматываю. Есть где-нибудь вариант свернуть? Нет, походу нет. О! Ты! Ага. Так. Давай, стреляй! Вот и все. Неужели я пришел туда, куда надо? Тут надо, видимо, на звук ориентироваться. Куда эти ребята идут, туда и мне. Твою мать, это что еще такое?
хренов тираннозавр! Типа гоните так? Блин, я вообще хотя бы туда иду и... Что-то мне даже не хочется с ним драться, если честно. Что-то он какой-то больно серьезный. Так. Так. Да. Что мне прикажете делать? А, я понял. Надо его это. Так, еще. Вроде неплохо работает, да, меч? Давай еще раз. О! Слушайте, давайте мы это, с Пардой. У нас Спарда вроде как посерьезнее тема будет. Ну-ка давай-ка, батька, выручай. Чё-то здесь как-то это... Тираннозавр обалдел совсем. А может быть, постойте, вообще ничего нельзя сделать? Похоже на то, что я вообще урона не наношу. А, еще и бегать можно, а я-то думал. Так, что это такое у нас? Блин, надеюсь, он не встанет и не начнет гулять еще здесь. А то будет не очень приятно. Во! Что это такое? Ну, я вот как бы это... Чё ты сделал с ним? А чё, непонятно. Но чё ты сделал? И по карте нифига непонятно, куда идти. Но ясно дело, что я отсюда пришел, значит, нам надо идти наверх. Идти наверх и пытаться что-то здесь как-то это... Вот гнида-то, а. Сдохни. Блин, он реально сдох. Черт, а. Трикстер чертов, а. Вот откуда Данте свой стиль-то взял, оказывается, с этого дракона. Теперь другие появились мудаки. Так, тут нужен ифрит определенно. Ледяные твари эти. Так. Так тебе. Ух ты. Сдохни, сдохни, сдохни. Так тебе. Блин, а, ну я только хотел удар зарядить четкий. Файр, блин, а. Да. О, глаза. Глаза появились. Ё-моё. Теперь-то понятно. А я тут какие-то... Блин, паркур устраиваю. Там, наверное, принц Перси нервно курит в сторонке от увиденного. Так, ну теперь хотя бы ситуёвина прояснилась. Ну, только не говорите, что сейчас еще на этот глаз запрыгнуть будет проблема. Я с ума сойду. Ох, ну, молодец. Вот где ж раньше-то был этот твой навык, когда надо было на другую стенку запрыгивать? А, Данте? Так, и чё? Тут как бы нифига и нету.
Ладно. Тихо, тихо. Черт, фу. Что это такое? Браслет времени. Загадочный наручный браслет, способный останавливать время. Потайное задание выполнено. Нормально. Это у нас типа оружие. Хотите надеть? Ну давайте наденем. В принципе. Хотя нет, я мне такое предчувствую, что это какая-нибудь одноразовая фигня. Так, теперь нам надо сюда идти. Или хотя, постойте, давайте-ка мы это... восстановим наши ресурсы. Неприкасаемость куплена. Неприкасаемость куплена. А, депутатом стал демоническим. Так. Текс. Аккуратно. И что же мне делать-то? Там опять какая-то рука лезет. Так, вот это вот что такое? Сфера набивать. Точно. А, нет, не сфера, надо назад теперь идти. Открылись другие ворота. Хм. Браслет, останавливающий время. О, святая вода. Так. Ох, куда меня опять нелегкая? Ё-моё, все шевелятся, я у кого-то в желудке. Ой, там какие-то эти. Не к добро. Так. Блин, ну это знаете ли... Чёрт, выпустите, выпустите меня! Так. Попали. Вот зараза. А, вы. Так. Яйца катает. Так. Пришла пора поджарить кое-кого. Ой, уходим, он сейчас будет тоже взрываться. Химерские создания, а? Ой, это что это было? Видали, да? Какая-то хрень из... Хотел бы сказать из-под земли, но, наверное, будет правильнее сказать из кишок. Вылезла и цапнула меня. Чё ты на радостях скачешь? В аду, ё-моё, из которого никогда не выберешься. Еще что-то радуется. Так... Ну чё там, опять кто-то меня цапнет? Блин, точно. Кто-то вот постоянно это хочет меня... уцепить. Блин, как и эти твари. Я даже не знаю, это как эти подводные есть эти? Растения или как они там? Хищные. Может быть, даже не растения, да чтоб тебя... Отвали ты, отвали ты. Отвалите вы от меня. Он вырос. Ладно. Допустим. Так, а это я пришел куда? Хотя бы, хотел бы я знать. Туда, куда надо? Похоже, что да. Ё-моё, что там за звуки? О, вы! Тут нужно...
что-нибудь другое. Клинок силы. А что, я могу клинок силы выбрать? Так он у меня уже распакованный. Как он у меня может быть в инвентаре, когда у меня спарда? Так. Текс. Давай, 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 ну... Да. Ну, в общем, да. Так, я так полагаю, я тут могу поджариться. Причем весьма недурно. Давайте Калластера выберем. Что хоть появилось-то? Ага. Понятно. Да давай ты ломай эту штуку быстрее. Во. Отлично. По идее, что-то должно быть здесь. Как ты так, Данте, умудрился-то, а? Ну это ж надо же так. Ладно. Ой, боже ж ты мой. Ну ты чё? У него то есть как бы автонаведение, то его нету, то наоборот, антинаведение, я бы сказал. Странновато это все. Более чем. Так. О. Красавчик. Неужели? Господи. Так, что-то еще осталось. Ага. Вижу. Но. Доктор, мы теряем его, сердце будет работать. О, запитали. Адская медицина. Вот это я понимаю. Текс. Миссия завершена. Ну замечательно. Я уж думал, с ума сойду. Фу, да, премия, конечно, ни о чем, но надо думать, это адское место, друзья. Тут приходится изрядно попотеть. Причем буквально. Ну ладно, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.